Меня зовут Оля, я занимаюсь в My English School уже больше 6 месяцев, и за это время был очень хороший результат. Я его почувствовала тогда, когда я поняла, что я могу общаться с носителем языка, и это было без какого-либо стеснения, барьеров каких-то, даже несмотря на то, что там были ошибки какие-то в любом случае, и, может быть, там не всегда смогла подбирать слова. Но вот та проблема, с которой я пришла сюда, то, что я вообще не могла предложение составить. И когда я видела человека, который говорит на английском, у меня сразу так типать начинало. Поэтому это был самый главный показатель и для меня. И я буду продолжать заниматься в этой школе для того, чтобы получать еще более лучшие результаты. Меня зовут Иван, я хочу вам порекомендовать мой English School. Лучшая школа в Одессе по изучению английского языка. До этой школы у меня был опыт обучения английского в одной из знаменитых школ города. Мне очень не понравилось, слишком большая группа и практически нет индивидуального подхода. Здесь же я увидел совсем другие вещи. То есть, Ирина очень чутко понимает каждого из нас, она может найти путь к тому, чтобы не то чтобы заставить, а научить нас учиться английскому. То есть она дает хорошее направление. Плюс ко всему, у нас очень дружная группа, не знаю, как остальные, по крайней мере, наши, очень весело проходят занятия. Рекомендую. Здравствуйте, меня зовут Инна, я обучаюсь в My English School уже 3 месяца и на данный момент уже ощущаю результат. А раньше у меня было 2 проблемы, это то, что я не понимала англоговорящих людей, не понимала их речь, а также не могла связать 2 слов на английском, хотя обучаюсь английскому с 10 лет. Очень много я раньше уделяла внимания именно грамматике, однако не понимала, насколько важно стараться общаться на английском языке как можно чаще, как можно больше, так как именно это позволяет преодолеть психологический барьер, который не позволяет нам общаться на английском языке. Сейчас я могу увидеть результат, которого я достигла в My English School, общаясь с иностранцами, с которыми я регулярно общаюсь в скайпе. Также к нам приходит на наши занятия часто посещает американец Рик. Его очень часто можно увидеть в My English School. Также в последнее время я лучше понимаю видео на английском языке, аудиозаписи, возможно, какие-то песни, которые исполняются также на английском языке. Большое спасибо я хочу сказать преподавателю My English School Ирине, которая именно и заставила меня поверить в то, что я смогу это сделать и что у меня получится выучить английский язык. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Я бы хотел сказать пару слов о курсах, куда я хожу, My English School. Здесь очень интересная атмосфера. Здесь очень весело проходят уроки. И мне очень нравится не только то, что я могу здесь пообщаться и выучить какие-то новые правила, но у нас регулярно проводятся выездные сессии, где мы там можем пообщаться с носителями английского языка. Также вот мне очень нравится то, что здесь акцент уделяется не только самим правилам английского языка, но и пониманию того, что говорится. То есть я могу воспринимать на слух то, что слышу от англоговорящих людей. Вот. До этого я ходил на курсы, где я изучал английский по учебнику, но это было все на уровне такого школьном, потому что мало уделялось разговорной речи. Нравится то, что уроки проходят очень весело, очень много юмора, и это хорошо запоминается. Материал, который вот говорится, очень хорошо запоминается после этого. Спасибо большое.